У 12 районах краіны будзе рэалізаваны праект ПРААН – падтрымка эканамічнага развіцця на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь. Сёння гэтую ініцыятыву прэзентавалі ў Гомелі. Праект разлічаны на падтрымку малога і сярэдняга бізнесу. У ліку 12 пілотных тэрыторый – Брагінскі, Хойніцкі, Жлобінскі районы Гомельскай вобласці. Першачарговая задача – правесці конкурс бізнес-ідэй. Удзельнічаць могуць жыхары з усёй вобласці. Галоўная умова – узаемадзеянне з арганізацыямі, размешчанымі на пілотных тэрыторыях. Далей координаторы распрацуют план развития предпринимательства и авторы лепших инициатив смогут различивать на финансовую подтримку. До речи, на каждый район выделено 500 тысяч долларов. Термин реализации проекта – 3 года. Самое главное, что мы планируем достичь, это увеличение количества малых и средних предприятий на территории пилотных районов. Это увеличение, расширение самозанятости населения и оказание, конечно же, финансовой поддержки тем малым и средним предприятиям, которые будут участвовать в конкурсах местных инициатив. Все, что будет содействовать развитию экономики, развитию частного бизнеса, а значит, экономическому благополучию любого района, а тем более районов, пострадавших в свое время от Чернобыльской катастрофы, то все это очень хорошо. Поэтому мы приветствуем все, что будет способствовать развитию Гомельской области и ее регионов.